Вот так вот здесь на Кузнецком мосту, возле ЦУМа с оранжевыми такими вот тут домиками. Тут вот деревья прям в такую красивую эту сделали, как решетку, что ли, дерево. Видишь, вот форма, как книга открытая. Там девичий виноград. Тут вот гортензики такие хорошенькие. Вот эти вот, ну вот шарик такой тут из самшита. А вот это не пойму, что за цветочек такой сиреневый. Ну вот покрасневшая гортензия тут. Ну шапки зеленые тут уже, можно сказать, распустились, отцветают. А здесь вот что-то похоже такие на калы, не калы. Ну такая зелень вообще прям. А, антуриум какой-то такой большой. Ну, цветов вроде нету, но зелень классно смотрится. В общем, в центре тут красота. И в таком оазисе тут почитать, посидеть. Арочка вот такая. Как раз и центральный универсальный магазин. Ни разу там не была. Ну, там все эти модные марки. А вот туда как раз пойду, там большой театр. Метро как раз прогуляемся. Ну вот, показать вам красоту здесь Москвы. Тут вот девичий виноград все оплел.